Всем привет, дорогие друзья! Дорогой друг, давай, заходи уже, заждались. Дорогой друг. Что-то я не вижу. А, вот все вижу. I'm Sia. I'm Sia. Короче, я тут себе вкусных шоколадных таких вот кусков. Интересно. Проблемный подросток. Кто, я? Ты. Уже 24 года проблемный подросток. А, да? У меня в истории персонажа? Да. А, и, кстати, касаемо навыков, в чем мы распределили, да, я так полагаю, нормально? Ну, я призрак взял. Окей. Я на самом деле большой роли не играет пока что. Да, по-моему, играет. А что у тебя за последняя серия, она что дает? Последняя что? Ну вот эта хуйня, у меня мины, у Лёвы там патроны. А у меня МПшка все электричество заряживает. Просто в чем фишка? Мобильники, по-моему, видеокамеры. Если приоритет ставить на что-то одно, то так быстрее можно прокачать что-то конкретное. Так мы хоть по ролям можем разбиться. Нет, просто по ролям у каждого будут свои фишки, то есть под каждое дело будут всегда все фишки. Ну да, то есть у каждого свое. Ты сложно поставил? Да. Да, я справился. Нас четверо теперь. Пошли сразу к охраннику. Да. Ты его вырубишь? Не, на самом деле надо... Один сюда идет, второй с другой стороны заходит. Там... Ну, давайте я туда справа. Опа, он охранник. Нет, услышишь этого. Так сзади тебя он. Ну, рандом ж. А мне за с кем идти, справа? Ну, мы по-тихому сейчас попробуем, как хочешь. Не получится. Давай. Тогда. Я с тобой иду. А если я разобью окно и залезу в него? А как их можно оглушать? Где? Стой, лис! Ух ты, мать твою, давай быстрей! Почему? Что за... Вот там... Он тебя в наручники от тебя заковал. Твою мать. Ну все. Началось, блин. Что за бред-то вообще? Я шел за ним, и он мне сразу наручники нацепил. Ну, потому что ты не успел. Так я был у него за спиной, как он увидел? Ну, шустрый пацан, как ладно. Пиздец. Ну-ка, все, на пол нахрен. Я уже поздно, уже тревога. Но. Угу. Блин, я поставил пачку денег на ближний бой, это так супа. Наручники, заложников называются. Шинфас, мафаку! Куда сумки скидывать? Сзади. Ну, вот где я сейчас. Ну, о, нет. Ну ладно, пусть будет тут. Тут нифига такой баг. Лёва! Бегу. Раскидал вот сюда. Вот сюда. Первое. Вот тебе я скачу, вот сюда кидайте. Надо сменить эту пачку денег, такая тупость. Так. О, началось. Блин. Сумки тащим, сумки. А чё все сумки здесь валяются? Не знаю, я одну туда кинул, некоторые, может, туда поскидывали. Я назад скидывать? Блин, сюда кидай. А, ай! У нас заложников, не успели заложников положить. Ну я одного, или кто-то одного. Не вижу. Просто заложников во время, вот сейчас начнется осада, если кого-то поймают, после осады можно поменять заложника на человека. И когда таймер обнулится, не надо бы ждать. А, удобно. Так у нас есть сейчас? Что есть? Так у нас есть сейчас, вот что делаем. Мы ждем. Ай-яй-яй. Там фургон ждать придет. Как больно! Че, ювелирный магазин без сейфа? Не поверю. Да вот,
должен быть сейф, но видим на рандом не в нашу пользу. Куда эти сумки нести-то хоть? Пока никуда, пусть пока лежит. Тоже на рандоме, да, машина приезжает с какой стороны? Езденька. Так, не знаю. Справа, Лис. Машина! И справа. Да с моей стороны. Все, поехали. Вы их не таскайте, вы их кидайте, вы ремницы. Ой, блядь. Потеха, спокойно. Главное, чтобы они сумки не уволокли. Пошел ты в задницу там. Так, где еще? Все, грузим. Ща. Это такой. Это какой-то Splinter Cell был только что парень. Вообще видел, мы с ним так сражались. Карате я тебе показал, я вообще. Снайпер. Да мы количеством взяли. Снайпер топ. Ай! Вот это я зафейлил. Патроны кончились. Меня теребонькают. Я урона получаю. Сзади куча. Когда что-то делаю, так что это... Преимущественно обожаю пистолеты. Бегу. Снайпер, убери его. Снял. Так. Офигеть. Хватаю сумку последнюю. Готово. Так. You should feel good. I know I do. We don't have long until the next assault, folks. That's a lot of bags, guys. А, ты собака. Кто промазал? Я промазал. Плохой папа, хороший танцор. Как говорится, хорошему танцору яйца мешают. Плохой танцор, хороший папа. 40% попадания. Не, ну так ничего. Прицела нету только. Там случаем нету перка, чтобы прицел появился? Так можно коллиматор поставить, да. На. Или кок можно поставить. За нами хвост. Только 100-200 кастует. Shit! The police are on our back like a fucking ponytail. Ну еще открыть надо. Не открыть. Не открыто. Fucking tail. Ворожку надо. Беру так же. Сумки в этот раз хватай. Тут много вообще. Да, сумок тут вообще хер вобера. Чё, к фонтанке? Да я хер знает, может тут даже... А фонтан-то закрытый? Не, вот тут в центре есть, да, какая-то... Давайте куда? Парк, легче его делать. Там закрыто. А, вот, нет, открыто. А, нет, открыто. Вот, а тут, да, вот правильно вам. Окей. Я буду кидать вам сумки. Да. Можно встать, знаете, вот типа вот, ну, модно, давай, теперь прови, ты мне сумку кидай. Ты нифига! Баскетболист, блин. Прикройте! Так. Каски летают. Правее, сумка. Сейчас. А, ты басы. Это чат дурацкий, открывай. Все, сумки закончились. Идем. Точно закончились? Да. Ух ты, блин, их сколько. Строй свой ход. Так, ай, давайте, ай. Я вот это буду строить. Патроны разложите, да, сразу. Ну-ка, отступи-ка.
Угу. Это аптечка. И аптечку можно, патроны. Я положил аптечку. Все сумки не потеряли, да, точно? Они его подсвечивали, если с ним прижали. Главное, чтобы не убежали. Да, и я дружок. Его убить не могу. С чьей стороны меня лупят? А. Гена. С твоей? Нет. Да. Нет. У нас меня чисто. Слева подлетело. Дай мне тебя. Чё, господа? Я чист. А, нет. Ой, ё-моё. Щитом идёт. Где? О, обрабатываем, ну, вдвоём, давай. Я обхожу. К прови там будут. Они постоянно там. Один есть. Да, второй. Я пока сдержу. Если нужно, я бы помню, я сдержу. Меня тазером бьют. Ой, больно. Дэджес. Все нормально. Иха. Все, у меня чисто. Что это за звуки, блин? Это моя. Это меня этим шокером. Кто-то хочет подключиться к сети. Это самое. Там мой щитоносец. Да, я вижу, я обхожу. Давай. Тейлевый интернет порожен. Модем. А, кстати, у ГОСТа, по-моему, будет потом скилл. Или кого-то, или у меня. Или у меня. Давай, это он на меня отвлекается. Давай. Можно противника под контроль брать. Просто он убежал. С трусишком. Пусти патроны на фонтан. Пойдем. Фургон? А, 2 минуты. Одна. Ну ладно. Нифига, очень было. Да вы достали со своими шокерами. Ну, удобно. Его подлечись, там аптечка лежит. Сейчас у нас тут наплыв. Блин. От бедра гораздо удобнее стрелять. Ау. Ого, их там. Hello. Слева сейчас убить. Слева, 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 осторожно. Слева. Принято. Внутри уже. Справа. Ага, вижу. Сына приехал. Нифига их там так-то, да? Все так и отрабатывал. Точки, у нас времени мало. Точка невозврата. Пять тысяч. Скудно, бедно. Да давай вот так вот. Цепочка, цепочка. Чё, вам покидаешь? Крови, кидай последнюю. Я не могу, мне тут прессингуют со всех сторон. Я прикрыл. Мне кажется, пешком гораздо проще было бы. Не-не-не. Так быстрее. Да откуда, сука, лупит? Так, все, да? На самом деле, если приловчиться, тут можно сумки на полете ловить. Ну там вроде даже перк на это специально. Угу. Все? Все готово. Доступен побег, все.
никто не стал. Кто-то ноль, что-то. Вот здесь. А, вот, все. Открыто достижение. Признан виновным. Это что это? Ну, это уровень 10. Хорошее начало хорошего дня. А я слышу, скушаю конфетку. Неплохо, 66 тысяч. Ну. Интересно, а что такое в конфеты пихают? Они такие зеленые порой, неестественно. Нифига, опыт. Пропали. Нифига опыта дали внутри. О, у меня калаша открыли. Мне 2.5 уровня дали. Какой там? Почти 3. Аналогично. Он вамп со 2 по 6 апнулся. 4 уровня получил парень. Он нас быстро догонит. Ну, а маску вамп опять плыву. Миссис Манекен. Я цвета хочу. О, узор. Мышка. Надо вампу такую. Жалко, передать не могу. Говно какое-то вырылил. Rolling, 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 yep.